Вы знаете, то, что происходит в Сирии, вот лично меня вызывает чувство уважения к своей стране, в которой я живу, за то, что ребята там делают. И буквально прошло немного времени, и как кардинально изменилась обстановка в мире, в политике, как немножко изменился тон и отношение к нашей стране. Это вызывает, уважение к людям, которые это делают.